Приветствую вас на канале Мясожор. Сегодня хочу опробовать новый свой сотейник. И первым блюдом, которое на нем приготовлю, сделаю говядину с луком. Простое блюдо, но невероятно вкусное и универсальное. Просто покажу, как я его приготовил. Итак, приступаем мы к приготовлению. И что мы первым делом сделали? Помыли кусок мяса. Вот такая вот у меня говядина. Я ее вымыл и промокнул бумажным полотенцем, подсушил, чтобы не было воды. Видите, кусочек у меня с жирочком, что очень хорошо при тушении, при готовке мяса, да и при запекании мясо будет более сочным. Поэтому сухой кусок лучше не берите. Берите, чтобы там были вот такие вот прожилочки сальца. Итак, мы сейчас мясо будем разрезать и в дальнейшем будем его обжаривать. Логично, правильно? Так. Сначала на такие куски, а затем на кусочки буду поменьше резать. Ну, разрезать очень мелко, не буду мельчить. Вот такие вот куски, этого будет вполне нам достаточно. То есть, чтобы они были, чтобы они чувствовались в блюде. Вот так вот, видите, вот такие вот куски понарезаю, чтобы они не превращались у нас, так сказать, в полные сухари. Чтобы это чувствовалось, что это кусок мяса. Это будет и вкусно, классно. Короче, сильно мелко не режьте. Вот что у нас получилось в итоге. Теперь будем обжаривать. Разогреваем сотейник или сковороду большую на огне и наливаем сюда растительное масло. Растительного масла лейте, ну, хорошо так, побольше. Начинаем выкладывать мясо. Выкладываю именно вот этой стороной, где жирок, вниз. Он подтопится, будет все окей. Очень красиво выглядит. Что ж, будем теперь обжаривать его на высоком огне. Каждый кусочек осторожно, нежно перевернули и продолжаем обжаривать. Как видите, процесс выделения влаги у нас в самом разгаре, все идет по плану. Так, когда уже почти испарилась влага, мы добавим сюда стакан бульона говяжьего. Если нету, то можно добавить просто воды и накроем это все крышкой. Уменьшим огонь и продолжим тушить. Подготовим лук репчатый. Нам нужно много лука, поэтому у меня такая вот гигантская луковица. И сейчас мы ее будем нарезать полукольцами, тонко. В этом блюде лук должен чувствоваться. То есть его не нужно мельчить. Добавлять мы его будем, как вы поняли, почти в самом конце, вместе с приправами. Ну, из приправ у меня будет здесь только перец и соль. Больше никаких приправ сюда ложить не буду. Вот такое у меня будет простое блюдо. Забрасываем сюда лук. Вот так вот. Я его руками вот так вот прямо на составляющие разминаю. Так вот. И сейчас мы это все перемешаем. Вот так. Так. Добавим перца. Глаза режут.
Так. И сейчас еще посолю. Все, перемешаю и продолжу приготовление. Очень ароматно пахнет. Ну, выглядит тоже это прекрасно. А будет еще лучше. Прошло в общей сложности около 2 часов. Вот так вот это все выглядит. Я еще не выключал, но мясо попробовал вот так. Оно уже достаточно мягкое, легко разделяется. То есть готовить его мы уже будем прекращать. В никакую воду или бульон я сюда не добавлял. Это выделился именно луковый сок. И в этом луковом соке оно еще у нас продолжило тушиться на маленьком-маленьком огне. Ну все, на этом выключаем. Что ж, ребят, вот что получилось. Вот такая вот вещь. Это очень вкусно. Я вам рекомендую приготовьте. Рецепт очень простой. Тут нечего про него рассказывать. Но компоненты, которые я использовал, все равно укажу вам в описании внизу. Ну а с рисом, с булгуром, вот это вот мясо в горячем виде, ну, я вас уверяю, это очень вкусно, сытно. Ну, классная пища. Всем рекомендую, готовьте с удовольствием.